минувшие выходные состоялось одно из главных интеллектуальных событий этого года – международная московская книжная выставка-ярмарка. В этом году крупнейшему книжному форуму страны исполнилось 28 лет. Организаторы еще не успели подвести итоги, но одно уже очевидно – выставку посетили сотни тысяч любителей книг. Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин принял участие в церемонии открытия. Организаторы выставки пригласили для участия более 300 издательских домов, книготорговых организаций, и разнообразие и тем, и самой книжной продукции просто огромно. Специальными гостями этого года стали Исламская Республика Иран, Сербия и Армения. Величие в самом глубоком смысле этого слова настоящего форума уже изначально заключается в том, что он организован в честь Ее Величество книги, как аккумулированного выражения человеческой мысли, хранителя истории, источника знаний и образования поколений, бесценного имущества, передаваемого каждым народом, всему человечеству. Самым любопытным экспонатом выставки, безусловно, стал миниатюрный Коран, выполненный на небольшом кусочке агата. Нано-новинку россиянам представили персидские гости. Мы постарались наряду с представлением наших книг еще показать те произведения русской литературы, которые мы привели на фарси, и наоборот. И во всяком случае здесь принимают участие представители интеллигенции, наши люди-пера, наши ученые, и театральные представления мы проводили, мы показываем и художественные произведения здесь. Так что мы очень надеемся, что то, что мы с собой привезли в Россию, это заинтересует российских народ, и этот народ будет еще ближе с нашими произведениями познакомиться, с культурой Ирана. Азербайджан также является традиционным участником московской ярмарки. На сегодняшний день в нашей экспозиции книг больше 350 названий. Здесь и наука, здесь и культура, здесь и история, здесь и искусство, здесь и политика, и все то, что, в общем-то, интересен сегодняшнему читателю. Помимо иностранных издательств, в свою печатную продукцию представили и регионы России. За время работы выставки на различных площадках прошло более 500 мероприятий, включая встречи с популярными писателями, авторами новых книг, актерами, режиссерами, политиками и спортсменами. Ну, я считаю, что в стране, где был Толстой, Чехов, Бунин и так далее, Пушкин, считать себя писателем – вещь очень ответственная и серьезная. Я хотел бы, чтобы вы понимали меня, и я пришел сюда не как писатель, я никакой не писатель. Просто то, что как бы вызревало в течение каких-то лет, и меня подталкивали к тому, чтобы как-то изложить на бумаге то, что мне кажется важным. Известный в России писатель азербайджанского происхождения Ильчин Сафарли презентовал на ярмарке свою новую книгу. Я впервые участвую на Московской международной выставке ярмарки. И самое забавное в этом вопросе то, что почетный гость в этом году ярмарки – персидская литература, Иран. И вот так совпало. У нас вот тоже восточная культура. Пишем о восточной культуре, и вот так получилось, что вот сегодня был очень теплый прием. Все встречи прошли очень тепло, и, что самое главное, они вдохновляли не только своим количеством, они вдохновляли тем большим морем, океаном энергии, теплоты, которую я получил.